Всем привет, дорогие друзья, с вами Рома. Сегодня я вам покажу свою коллекцию таких вот бумажных, ну и металлических автобусов. Вот. Ну и не только автобусов. Начнем с вот этих вот. Это такое АТП. Вот тут гаражик даже из коробки есть. Ну так вот. Тут есть такие вот заказные автобусы. Вот. Это по 42-30, по 42-34, по 42-34, 04-70, если точнее. Вот. Так вот, дети. Это по 32-054-07-70. Вот это дизельная версия пазика 32-054. Вот. Такая вот. Она, можно сказать, с окраской. Тут некоторые автобусы, они... Ой, из это... Ну, черно-белые, конечно. Ну, что поделаешь. Вот. Дальше автобус 32054-70. Обычный пазик. Ну, школьный вот. Вот. И пас 32053-70. Вот. Такой вот. Дальше уже идут городские автобусы. Маршрут 45-й, 127, 123, 21, 45-й. Так. 22-й. Вот. Еще 22-й. 35-й, 387-й, ну, еще один там 387-й. Вот. Еще тут в гаражике. А вот там 6-й, не видно, конечно. Так, 6-й, и там, это, 28-й, вот. 11-й, и 1-й. Вот. Вот первый Т, вот этот красненький. Вот. Ну, это, наверное, все городские. Вот. Ну, хотя нет, еще вот из городских тут Лиазы 2, это 37-й Т и 26-й Т. Вот. Дальше идут только уже междугородние. Из междугородних это вот этот пазик маленький, вот этот бумажный ЛиАЗ, ПАЗ 42-30 Аврора. Что такое вот дверью запасной от ПАЗ 32053 ЛАЗ 685 вроде или нет, не знаю. ЛиАЗ 52-56. Ну и все, в принципе. Ну еще вот этот пазик. А, ну я говорил. Вот, ну он уже редко выходит на линию, потому что он старый. Да и тем более это ПАЗ 3205, потому что ему как бы поставили вот эту вот дверь запасную от... Ну, это скорее городской, потому что маршрут 20. Ну, получается, тогда городской. Вот. Это ПАЗ 3205, потому что... Вот. Ему еще тем более сделали так, то что вместо старой задней двери, вот, у нее теперь такая новая от ПАЗ 3253. Она не совсем новая, потому что ему делали капитальный ремонт довольно-таки давно. Примерно в году 2015. Вот. Тут есть автобусы как на газу. Вот, с баллонами на метане, то есть. Вот. Такие вот. Так и обычно, то есть без баллонов. Вот тут есть дизельные пазики, это вот этот, еще, ну, вон тот вот, вот этот,
И вот этот. А, ну и вот этот. И такой еще пазик металлический. Вот. Из технопомощи тут такая вот буханка. Вот, ну это вообще аварийная служба, ну. Дальше идет вот такая вот, ну, по идее, буханка тоже, ну, мазик вот такой вот, с бортом. Вот. 6х6. Вот такая вот газелька тоже с бортом. Ну, это если перевозить какие-нибудь детали, допустим, когда автобус сгорел, и у него там остались детали, которые еще могут там, ну, как бы на разбор, типа, отправить там. Вот. Там можно. Вот такой вот КамАЗик пожарный. Вот. Вот такой вот обычный КамАЗ. Это 54-112. Он уже старенький, у него нету дворника одного и двух зеркал. Дальше вот такой вот МАЗ 55-16. Вот. Тоже с бортом. Тоже довольно старенький. Вот. Вот такой вот пазик 32-053. Расцветка военная. Вот такая вот. Без переднего бампера. И без заднего. Вот такой вот ПАЗ 42-34-03. Но дверка у него от старенького ПАЗ 32-05, а не от ПАЗ 32-053. Вот так вот. Стал автобусом довольно давно служебным. Ну и он вообще сначала был 42-34, он 2003 года, очень старый. Еще в изначальной своей расцветке вот такой вот синий. Ну и осталось вот как бы, ну, кусок кабины пазика от паза 3205, то есть. И вот такая вот как бы рама, на которой это держится. Вот. Тут такие маршруты, как 45Т, 127, 123, 21, 20, 45Т, 22Т, 387, 66-й автобус, 6-й автобус, 28-й. 22-й, 1-й Т, 37-й, 26-й. Ну и все, наверное. Вот. Такое вот АТП. Такие вот пазики.